Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Ромашова Татьяна Валентиновна. Я замдиректора по воспитательной работе. И сегодня я вам представляю программу повышения квалификации «Организация деятельности учителя-наставника в образовательном учреждении». С сентября 2021 года запланирован переход на образовательные стандарты третьего поколения. Актуальность данной программы обусловлена введением национальной системы учительского роста в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего». В рамках реализации национальной системы предполагается введение новой системы учительских должностей: учитель, старший учитель или учитель-методист и ведущий учитель или учитель-наставник. Наставничество – одна из наиболее эффективных форм профессиональной адаптации молодых учителей, способствующая повышению их профессиональной компетенции и закреплению в образовательном учреждении. В то же время в условиях реализации в ГОС и профессионального стандарта «Педагог» возможно рассматривать наставничество как практику повседневной работы учителя с детьми. Реализация данной программы создаст условия для освоения учителями высшей и первой квалификационной категории компетенций учителя-наставника для молодых специалистов и школьников. Реализация данной программы создаст условия для освоения учителями высшей квалификационной категории технологий сопровождения самообразовательной деятельности молодого учителя. Обучаясь по программе, вы получите знания о том, что такое единые федеральные оценочные материалы, узнаете, какие новые функции определяет профстандарт для ведущих специалистов в области образования и воспитания, ознакомитесь с технологией внедрения и сопровождения системы наставничества в образовательной организации. Современный специалист постоянно учится самостоятельно и прибегает к услугам профессионалов. Курсы по обучению по программе «Организация деятельности учителя-наставника в образовательной организации» от учебного центра «Инфоурок» – это возможность сформировать у педагогов профессиональные компетенции, необходимые для реализации требований в ГОС, повысить эффективность своей работы.